Новый старт громкому делу о смертельном наезде. На скамье подсудимых Регина Бикина. Девушку обвиняют в том, что 2 года назад она сбила мужчину на улице Гудаванцева и скрылась с места. Защита же пытается доказать, что мужчина лежал на дороге уже мертвый. И этому якобы есть свидетели. Факт проезда по телу подсудимой не отрицает. Дело уже несколько раз возвращали на доследование и экспертизы из зала суда. Репортаж Айгуль Батрудиновой. Трагедия произошла в октябре 2017 года. Время было позднее, и улица Гудаванцева была плохо освещена. Подсудимая, как и раньше, уверяет, что просто не видела тело, лежавшее посередине проезжей части. Думала, что это мешок с мусором. Сторона защиты стоит на своем. Вину они не признают. Судебное заседание сейчас только начинается. То заседание, которое было, все его последствия, они практически не имеют сейчас никакого значения. И вот после долгого перерыва дело вновь вернулось в суд. Председательствующий судья другой, по закону. А вот адвокат Регина Биккина решила сменить по собственному желанию. Чем не угодил прежний, раскрывать не стала. Они не теряют надежды, что смогут найти того единственного свидетеля, который был в день трагедии на месте. Ну, он сказал, я, говорит, мимо проходил. И видела лежащего человека, кто-то до вас его сбил. На первые судебные заседания после долгого перерыва желающих прийти, видимо, было немного. Помимо нового адвоката, подсудимой и ее самой был лишь гособвинитель. Все обвинения также не явились на судебное заседание по неизвестной причине. Не явилась и сторона потерпевших. Они предоставили суду справку о болезни. И рассмотрение дела по существу отложили на 22 ноября. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.